А вот сейчас заборами ее ударить, она взорвется. Заборы прям уже есть. Я могу... Нету заборов. Да, вы взорвали ее заборами. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанек, Кейстарс, ОлТВ, Подлючка, Форум, Фрэнка, Кирилл Геймер. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Алам алейкум, братья. Всем привет, с вами ОлТВ. Всем привет, нафиг. Всем привет, ребята. Ребятушки, сегодня у нас чужой пиццерии, и будут пацаны защищать эту мощную ядерную бомбу. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем охотиться на игроков. Погнали. Да. Опа, я уже в пиццерии, пацаны. Да, форму защищает. Давайте немножечко обойдемся. А. Откуда? Да, ну вы же знаете, что первые разы оно ж как бы, ну, комом все идет. Пробный. Так, защищайте. Стас входит. Так, тихонечко продвигаемся, ребята. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Если хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Я на разведку иду, ребята. Давай. Я сейчас его убью, пацаны. Будете его этот. Я вселюсь с него и замочите его. Я не буду тупить, не тупик. Опа. Опа. Посмотри в живот. Загляни себе в жопу, я уже там. Не смогли. А он врет. Я не вру, я честно говорю, ну хлопцы. Не, за твою честность. Туса был умный. Я уже поднимаюсь. А чё там за дым такой? Я так и не понял, что это за... Алё, закрылся. Ай, горю. А зачем вы всё поджигаете здесь? Отойдите. Мы ж пробовали, нет. Кидай гранату. А вы чё, все наверху там, что ли? Никого внизу нету? Нет. Ну я сейчас пойду, я просто кое-чем занимаюсь. А, давай, кое-чем занимайся, выходи. Красную гранату бросили. О, всё, туман спал, можно спокойно заходить. Понял. О, я вижу ваши тени. Я вижу, как вы здесь ходите. Отойдите все. Нет, тут, пацаны, кто-то рожок с калаша потерял. Никто там не хочет его подобрать. Спускайтесь. Он внизу кого-то слил. Все, ребята, я стал большим. Кирилл Геймер, ну что ты наделал? Блин, молодец. Так, стану смертным, потому что, кто знает этот мод, я стаю бессмертным, когда я вселяюсь в игрока. А вот теперь я иду. Ой, извини, обстоятельства. А, надо другого взять, надо вот этого взять. Во, мощь. Мы зашутили, Дима. А какая шутка, я теперь иду взрывать бомбу. Ого, вы подожгли все, но мне не страшно эти огни. Берите огонь. Идите, отятя. А вы что тут настроили? Это я. Он на крыше, он на крыше. Когда строитель сзади. У нас бомбостроитель. Я ее активировал. Не стреляйте, я что, зря защиту строил? Не попаду. Я снайпер. Мишка Фредди идет спасать. Не стреляйте. Не стреляю я. Это что было? Это что? Изи. Вот так, значит, вы со мной заговорили? Хорошо. Ребята, это уже дело принципа, понимаете, что теперь придется убивать всех. Кто удалил, не понял. Как его хочешь, у тебя ничего не получится. Тихо, ребят. Гусанёчек, ну я знал, что ты со своим ножичком подойдёшь. А чем вы не стреляете? А мы, да, не стреляйте. Стреляйте. Вы должны взорвать эту бомбу. По нему урон проходит. Ой, стреляй. Тихо. Вообще не стреляйте. Ну зачем вы подходите, я всех буду жрать. Ну бомба сейчас взорвётся, ребят. Я сделаю всё, чтобы она взорвалась. Взорвётся. Мы её защитим максимально. Да. Да я вижу, вы какие-то тут архитные соборы построили. Ребята, смотрите, что происходит. Они не хотят бомбу взрывать. Вот он. Это что за бред? Что это? Вы что, решили сегодня надо мной издеваться так сильно? Ой, я знаю, что надо, ребята, сделать. Я придумал, у меня есть тактика. Очень классная. Какая? Убить всех и взорвать бомбу. А как я ее взорву? Надо подлючка. Он идет. Не стреляйте, не стреляйте. Мишку Фредди убили. Это жалко. Если рядом с бомбой, просто не стреляйте, игнорируйте. Не убивайте их. Аккуратно. Да я бомбу забаррикадировал, но никак не убьет. Опа, очистил, вот тут где-то возле бомбы. Огурца не убивайте. Каким образом я вылез... А, я когда удаляю предмет, я сразу могу этот...
вылазит с вентиляции со своей нычки. Не стреляйте по нему. Так, а я могу как-то разгоняться и биться в нее головой? Нет, это рискованно, я не буду стрелять. Тоже не буду, но так и слышать. Не стреляйте просто. Так, ребят, надо мне как-то придумать, как за чужого взрывать эти вонючие бомбы. А я буду стрелять, потому что я знаю, что... Стрелять, потому что я буду всех есть. Не надо, только попробуй. О, надо, я могу что-то заспамнить, то, что взорвет ее. Не надо. Не разрешаем. Не стреляйте! Да сейчас его бомба, сейчас взорвется, ребята! Сейчас взорвется, я выиграю! Я его пригвоздила, Тихо, все. Он ушел. А чего вы орёте? Я ж попадаю. Прикольно было. Кстати, да, у меня всего 100 жизней было осталось. Очень мало. Я же осторожно стреляю. Хорошо, хорошо. А чем ты стрелял? Это было мощно. Это было паника. Быстрее. Где? А где он? Где ты, дурачок? Уходи. Где? Тихо, не тупи, не бери дроба. Алло, не стреляйте по бомбе. Вы меня что, решили заделать тут? Закрываем. Ребята, а что-то мне не получается в этой серии бомбу взорвать. Это ж хорошо, Дима. А я сейчас придумаю что-то, ты не переживай. Делай, что хочешь, у тебя не получится ничего. Зря ты это сказал. Тихо, можно сок. Класс. Тихо, там граната. Во, попадайте, попали по бомбе. Да вы задрали, вы ч... Ну блин, мне вообще-то вот это не нравится, когда вы меня убиваете постоянно. Я думал, всю ночь ты не говоришь. Блять, типа, ну, по бомбе, это опасно. Баррикада. По бомбе стрельнул. Он тут бегает, он за маленького, по-моему. Есть, вселился. Гусанёк или Кейстарс, убейтесь, быстрее. Не угадали. Это не я. Не угадали, пацаны. Опять Кирилл Геймер. Кирилл Геймер, он как-то не понимает, когда в него вселяюсь. Опа. Да вы задрали, вы что такие мощные? По бомбе не стреляйте. Мы надо убить. Знаешь, я знаю, что надо сделать. Сейчас. А у меня есть идея. О, я осуждаю. Ой, ребята, сейчас что-то взорвется. Удали. Да блин, вы... Да вы задрали, мне ничего не даете сделать. Да дайте хоть что-то сделать, пацаны. Нет. Удали. Удалить. Блин, я не успеваю ничего сделать. Все крыши, разбегитесь, удаляйте. Нет, удаляйте. Да вы кошмар. Все, давай, ЛТБ удаляй. Я удаляю, спокойно. Да вы что думаете? Я не смогу игру так никогда пройти. Ничего страшного, типа. Твоя рубрика, а не наша. Все, я понял. Вы же уговорили, пацаны. Уговорили. Все. Сейчас Дима чистить будет, да? Нет. Наверное. Не, придется по-другому просто действовать. Где он? Да. Ходит он. Да, я хожу. Я удалю, спокойно, я удалю. Да вы задали. Ай, блин. Я удалил, спокойно. Он баночки спавнит? Короче... Да. На улице он спавнит. Да откуда? А где он удаляет? Как он их удаляет? Давай его с тобой. Через удалитель. А, вот он. Где? А, я упал. Я сзади него был. Где бомбы, я буду удалять их. Он по всему. Я по нему стреляю. А он на меня побежал. Короче, по всем сторонам с удалителем стреляю. Ребята, это самая лучшая серия по выживанию. Такого еще не было, прям когда, знаете, мне очень сложно. А пацаны натренированные уже, я понимаю вас. Просто играть-то разучился. Нет, это вы просто уже научились. Раньше вы помните, сколько серий подряд вы их сами взрывали постоянно, эти бомбы? Да. Ну все. Просто место больше и удобнее. Да, я понял. Придется тогда делать по-хитрому. Алло, не стреляйте, это я. Удаляйте быстрее. Активирую. Удаляйте. Где? Вон, возле нашей бомбы. Да не зарвёшь бомбу. Так, мне показалось. А он хочет, чтобы мы удалили бомбу, тихо. Да, так у нас профессионалы. Так он сейчас другую бомбу поставит. Все, ребят, я понял вашу тактику, я пошел на вниз ее спамнить. Давай. Я взорву спади за свою бомбу мощную. Быстрее! Он нас байтит. Нет, это ловушка. Нет, он нас первого. Пацаны, нам жопа. Ищем. Да мы не успеем. Так он же ее никак не взорвет. Давай. Да вы задрали. Некоторые на крышу, некоторые по карте бегают. Я на крышу, Командная работа. Мне интересно, есть вот такая бомба, которая взорвется, когда я просто активирую? Нет такой бомбы. Нет, да? Такой. Нет. Вы уверены? Да, мы ее запрещаем. Нельзя такое. А если есть такое? Он спавнит. Спавнит?
Все, ребята, я знаю, что я сейчас сделаю. Я пошел. Он миномет поставил. Удалять. Он где-то. Делал, срочно. Ребята, я догадался. Он где-то тут. Он на улице где-то. Он на улице где-то. Понятно, что. Че, не взорвал, да? Я не могу взорвать, понимаете? Я. А. Блин, это серия тогда, когда я не могу взорвать бомбу. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Да. Вы зря со мной так шутите, пацаны. Мы не шутим, мы не шутим. Я тоже не шучу. Это only факты. О, так вот миномет, ты че, совсем слепые. Он наш, он стрелял бомбу. Прощайте, пацаны, вот и взрыв. Где миномет? Я вообще его не вижу. Его удалили, он на фонаре был, на фонаре. Да вы чё? Ребята, я не могу взорвать бомбу. И так ты проигрываешь. Опа, миномет, удаляйте. Есть! Конечно, это немножко не по правилам, но, блин, это сложно, это очень сложно. Так, ребята, сейчас я им поставлю NPC, которого они должны защищать. Защита пленного. Так у меня есть идея. Вот, вы должны охранника защищать. Все отойдите. Ну что, второй раунд. Первый раунд, конечно, был очень сложный. На месте стой. Все, я пошел. А вот теперь, ребятушки, вот теперь я буду уже чувствовать себя немножко свободнее. Закрывайте его. Точка, отойди. А вы опять достроите? Вы не можете по-честному, да, играть? Да, мы честно играем. Забери броню, чел. Ничего не работает это. Вижу первого персонажа, вижу. Кого же мы убьем? Почему у меня? Смотрите, я захожу. Дверь открывается. Че врешь-то? Дайте я его закрою. Да он не скрывается, алло. Он сквозь ходит? Да. Так я маленького взял. А пацаны, дверь открылась, кто-то дверь открыл вам. А он тут маленький. Иди. Он там тупо стоит. Он тебя не иди, он там кемперит. Заходи. Не, иди в жопу. Гасим меня. Ты же не тупой. Да иди. А, он тут. Я застрял, убейте меня. А он куда он бежит? Есть! А, блин, есть. В попе шерсть, ну ё-моё! Блин, ребята, это так сложно. NPC убежал, а это уже Димины проблемы. А куда он убежал? Он вниз убежал. А, вниз? Смотрите, где. Занял. Я в него вселился! Молодец. Да, я поэтому его убил. Так что все честно. Так что, получается, я выиграл вас? Нет. А что, живой даже? Я его убил. Специально. А. Так, подожди, вам же надо было защитить, чтобы он живой остался. Да. Все. Вы проиграли, ребята. Все форум. О, давайте теперь защита бомба, только в маленьком помещении. Давай. Давайте в комнате охранников будет у них, ребята, давай, бомба. Этот заложник описался и убежал. Только бомба будет очень мощная. Вот такая его. О, блин, сам себя прихлопнул. Тихо. Все, ребятушки, вот такая бомба гигантская просто. У меня есть идея. Я пошел ее взрывать. Не жирная? Так. Алло, дай мне. Не трогай ее. Что, зовет сразу же? Есть, вселился. Слева. Блин, я нажал выселяться уже. Да ничего умный, конечно. Он тут, и тучка. Да, где? Он между машинами. А вот. Вон он, гаси его. Да ну куда Кирилл, закрой дверь. Закройте дверь. Охота началась. Он вселился. И тучка. Меня. Меня. Да что ж ты по бомбу себе по ноги не стрелил, то вот скажи мне. Ты не понимаешь, что есть самоубийство еще? А теперь я большой. Не, зачем ты ударил? Зря ты. Так, ребята, мы сейчас зайдем с другой стороны совсем, там, где они не будут ожидать. Не открывайте дверь вообще, пожалуйста. Кто нас убьет? Никому не убьет. Я уже в пиццерии. Ай-яй-яй. А вот это ты зря. Вы что тут наделали? Это что за... Что это за лабиринт такой? Это все честно. Да вы затрали, ребят, смотрите, что они делают. Не допущал, это не было допущено. Он сейчас все комнату... Мы сейчас все комнату... Она все равно ее не сможет взорвать. Пацаны, больше не стреляем и все. Так а зачем мы защищаем, если мы взорвать не можем? А, ну кстати, реально, логично. А я сейчас поставлю опять миномет и взорву ее, вы че? А вы сейчас заборами ее ударите, она взорвется. Заборы прям уже есть. Нету заборов. Да, вы взорвали ее заборами. Зачем вы их наставили? Там прям искры были. Да увидишь на записи с заборами, прям они начали искрить возле бомбы. А теперь давайте последний раунд. Война. Вы все против меня. Погнали.
Изи. Я, давайте, и условие такое, что я не должен и залазить в вентиляцию. Всегда на видном месте. Да за что? Давай. Все на крышу, все на крышу. Те, ребятушки, я очень сильно буду теперь их мочить. Первый пошел. У него 400 хп. А я сейчас... А, я ж не могу залазить, сам сказал и залез. Вылазим. Гений. Вылазим, вылазим. Так, моя сейчас цель это продержаться внутри помещения, потому что только здесь крыши. Я смогу долго держаться. Так, двери, закрой двери, он пожалуйста. Он за офисом. Ай-яй-яй, не закидывает. Рассказывай. Ой, привет, гусанёк, ты такой вкусный. Ха-ха, я тебя съел. Ой, спасибо, Фрэнка, я же наелся. Было бы классно, если бы я когда вас ел, у меня в жизни пополнялись. Это было бы очень круто. Блин. Ай, гранаты красные набросали. А что вы на крышу там? А кто на крышу уже? Паша. Открой дверь, Во, дверь. Во, отлично. Вот моя нычка. Окей. А ты дурак. Форум, как всегда, видите, что делает? Он не может нормально играть, ему очень своих. Ой, вкусный кейстартс, вкусный. Блин, у меня хвост в камеру залез, я испугался хвоста. Блин, все, меня спалили, надо выдвигаться отсюда. Вот это я их тут ем толпами просто. Ребята, он в уборной. Понимаю, это не уборная, я в туалете. Боже, Дима просто мышку кликает и все, как повезет. Ай, жизнь отрани... Подожди, стоп, попали. Конечно, останусь, Дима. Да ладно! Изи. Получается, вы меня вытравили, да? Изи. Победили вы, потому что... Победил форум. Победила дружба. Форум, который косячил всю серию, да, он победил. По-любому, 100%. Ребята, напишите в комментариях, кто победил, пацаны или чужой. Будет интересно почитать. Мы. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. О, это было мощно.